Приветствую всех подписчики и новые зрители, вы на канале Нерью. Сегодня у нас будет необычный видеоролик, поскольку это будет видос с жеребьевкой на будущий турнир под названием «Битва Амазона», где будут у нас соревноваться 16 девушек-танкисток, первый в своем роде турнир, где будут соревноваться девочки между собой под предводительством двух крупных блогеров мира танков. Это Толстый Левша и Нерью, то бишь я. Почему я решил записать видеоролик в таком формате и жеребьевку в таком формате? Дело в том, что у меня нет инструментов каких-то, чтобы я смог это сделать на стриме. Поэтому решили все обыграть в видосе. А также для того, чтобы не растягивать это все на длительное время. Теперь расскажу вам о турнире. Где он будет происходить, как он будет проходить и что это вообще в принципе за турнир. Турнир называется «Битва Амазонок». У нас есть 16 девушек-танкисток, которые будут у нас стримить, точно так же, как и мы все, эксклюзивно на площадке VK Play Live, поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, а также переходите на сайт по ссылке в описании и читайте более подробную информацию, переходите на каналы участниц и тоже на них подписывайтесь. Площадка VK Play Live является спонсором данного турнира и выделяет, соответственно, призовой фонд, и поэтому эксклюзивно на этой площадке будет стримиться. Однако мы после того, как постримим, будем выкладывать эти записи еще дополнительно на YouTube. То есть, если вы захотите посмотреть прямую трансляцию, вы сможете это сделать на площадке VK Play Live. Еще раз ссылочка в описании. А если не хотите, сможете посмотреть потом записи на YouTube. Я ее тоже буду выкладывать. Турнир у нас будет проходить с 27 августа. Стартуем мы в 15:30 по московскому времени и аж до 2 сентября. То есть, целую неделю будем вас пичкать различным контентом с дамами. Будем мы играть во взводе. Взвод у нас будет состоять из трех человек. Это блогер, либо я, либо левша, а также две девочки-танкистки. Разбиваться мы в рамках данного видоса будем на взвода. То есть вот у нас есть два блогера, левша и Нерью. И, соответственно, к этим двум блогерам будут раскидываться амазонки, наши прекрасные дамы. Вот, каждому из участников выпадет 8 участниц, которые будут разбиты на 4 взвода, и эти взвода будут соревноваться между собой, и в финал проходит один из взводов блогеров, либо Нерью, либо левши. То есть будет у нас такая сетка, которая будет сходиться вся в центре, что весьма интересно. По правилам того, как будут выбираться победители. Все достаточно просто. У нас есть стандартная схема турнира Чака, где у нас даются очки за победу, очки за фраги, очки за нанесение урона. И тот взвод, который из серии боев от 20 до 30 боев, мы будем играть в разных стадиях, настреляет самое большое, максимальное количество очков, тот и проходит в следующую стадию. То есть нужно всего лишь в одном бою выложиться прям вот на максимум. Это такой достаточно рандомненький формат, поскольку даже те, кто не очень хорошо играют, могут найти свой самый крутой топовый бой и все равно пройти в следующую стадию, заработать себе деньжат. А достаточно победить будет хотя бы один раз для того, чтобы уже заработать какие-то шекели. Вот, играть мы будем на одинаковых пресс-аккаунтах. Вот, всеми участниками. Взвод должен будет состоять из трех типов техники. Один тяжелый танк 10 уровня, один средний танк и одна ПТ-САУ. На чем играть и как играть, решает самостоятельно взвод. Можно комбинировать и меняться танками. И это все на усмотрение участниц. Играть мы будем в режиме стандартный бой. На одном танке можно будет провести не более 8 боев. Танками внутри взвода, как я уже сказал, можно меняться, но главное, чтобы не было превышено количество допустимых боев. Например, 8 боев можно сыграть на AMX-M4-54, 4 боя на Т110Е5, 4 боя на Е100, 4 боя на каком-нибудь КПЗ-07ПЕ новым. Менять танки чаще можно, но это все зависит, опять же, на усмотрение взвода. Количество боев в рамках стадии у нас будет вот такое. В 1/4 мы будем играть 20 боев, в полуфинале мы будем играть 20 боев, а в финале будем играть 25 боев. Карты банить
можно любые. В принципе, наверное, все. Вот такие простые правила. Если вам нужна какая-то более полная и дополнительная информация, вы сможете перейти по ссылочке в описании на сайт и, соответственно, с этим совсем ознакомиться. Теперь переходим к представлению участниц, потому что ради них мы и будем смотреть этот турнир. Это будет необычно. 16 девушек-танкисток. Было очень сложно их найти, особенно хорошо играющих, поскольку в игру в основном играют парни, мужчины. Но, а теперь переходим к представлению. Первая у нас будет Клоунесса. Это маленькая девочка-стример по танкам на Твиче. Зовут ее Лизочка. Играет в основном она на арте. Ладно, ладно, шутка, не играет она на арте. Сказала, что живет с двумя котами, собирает клубничку в огороде, по выходным выходит в магазин за чипсиками и не смотрит аниме. В принципе, это идеальная жена для танкиста, рекомендую брать. Берем, едем дальше. Нески. Наташу Нестле знают многие. Она играла со мной в турнире Чака. С прошлого турнира Чака известная личность. Благодаря этой пожилой чимчиле я занял почетное 3-е место, конечно же. Вот. Благодарен ей с одной стороны, а с другой стороны ненавижу. Вот, любительница играть с конем. На коне, с конем, с пушками, большими, толстыми, на тяжелых танках. Любит тяжелые танки. Кто понял, тот понял. Короче говоря, милая девочка-пиранья, которая высасывает энергию и не только. Играет она в клане Пусси Зона и весьма эмоциональная особа. Соколина. Девочку зовут Аня, очень лютая статистка на уровне Насти Спички или же Нимфомял Катюхи, которые играли в турнирах Чака во второй и в третьей корзине соответственно. Любит потеть в рандоме на результат, как молчаливый псевдо-станлок, играет, но начала играть в танки, будучи еще школьницей в 2012 году, и в целом играет лучше, чем 95% танкистов, так что завидуйте, да-да, завидуйте. Соседка сверху. Мне мало что известно о данной девочке, но стримит она в основном на Твиче и Тролло. Зовут ее Вика, и лучше всего рассказывают о ней ее же цитаты. Я, наверное, промолчу, но лучше скажу. Я никогда туда не езжу, но а дай-ка сейчас поеду. Я тебя и жопой закручу. Следующая девочка 69ACT. Еще одна Викуся, две подряд. Малышке 21 годик, она из Казани, и что самое непримечательное, пришла она из танки Блиц. Вот, и причем совсем недавно играет в большие танки. А также около полугода смотрела стримы Вульфхарда, победителя прошлого турнира Чака. То есть у девочки была база в игре, и играет она даже уже за полгода круче, чем папка Джов. Вот это поворот! Maybe. Настюха, мы не особо знакомы, но я точно знаю, что она потела и играла за меня в битве блогеров, за что, естественно, ей огромный респект. Стримит она в основном на Трово, но сейчас создала аккаунт на VK Play. Любит плотно забиться в танки с потными танкистами, мужиками и погонять в GTA 5 роуплей. Прийти Катя. Типичная девочка-инстаграмщица, по первым фоткам я сразу определил, что это инста-чика, вот эти, вы знаете. Я сфотографируюсь на фоне еды. На фоне моста, на фоне клумбы. Кто-то сказал клумба? Клумба? Сама она из Беларуси, поэтому в танки играет с рождения, картошки на игры. Аж с самого 2010 года. Любит шоколад, фотки, лыбится и вся такая на позитиве. Спичка. Настюша у нас девочка-гений с милым голосочком, как у пятиклассницы, из-за чего все мужики в чате просто падают в экстазе и не только. Может послать куда подальше, может помочь встать чему-нибудь, может в целом все что угодно. Но вот выиграет ли она этот турнир, это вопрос, потому что на турнирах у нее иногда не идет. Ниагара. Впервые о Наде я узнал из фоток в телеграм-канале Мира танков. Сразу заинтересовался. Слышите, парни, а что это вообще за девочка? Мне зрители написали, это Ниагара, Надя. Я такой, окей, го поищем тогда. Загуглил, нашел ее канал на ютубе, а там видос, как она комментит турнир 7-7. Ну я такой, ого, будет интересно за ней понаблюдать. Девочка будет завозить, лезть и контент на турнире, поэтому я не мог ее не позвать и на наш турнир. Та самая танкистка. Я достаточно популярная на ютубе, делает видосы с курьезными моментами и реакциями танкистов на девушку, которая играет в танках. Там весьма
классные и необычные видосы, это реально забавно, я в некоторые видосы прям основательно так залип. Регулярно стримит на Твиче и Ютубчике, очень рад, что она согласилась к нам прийти поучаствовать в проекте. Инстресс! Об этой клиентке я говорить, в принципе, много не буду. Фанатеет она от танков, настолько, что иногда бьется просто в конвульсиях. У нее аж судороги бывают от игры. Кажется, что она сестра Корбин Далласа. Я бы даже сказал, последовательница. Знаете, типа как у Дарта Вейдера были такие последовательные. Ну вот типа того. Зовут ее Наташа, играет она на чифе от ПЗДК. Любительница унижения от арты. Вот, БДСМ, вот эти вот все дела, сами понимаете, садомия. Стримит на Трову и поет песенки группы Любе. Вот, в принципе, все, что нужно о ней знать. Элиан Лэй. Добрались мы до Аленушки. Алена девочка хоть куда, и в танки играет, и в мафию, и в GTA 5 RP, и, короче, в разные другие всякие ролевые игры. Полноценный мультистример. Очень милая, интересная девочка, в меру самокритичная, эмоциональная. Иногда может и матом ругнуться, ну а кто в танке не ругается? У меня даже кот орет, когда меня арта пробивает куда-нибудь. Ну, пробитие от арты это нормально, поэтому в игре нужно иногда пострадывать. Нимфомял. Няшкомял. Это я ее так называю, она же Катя, ее почти все знают, топ-2 призер турнира Чака, затащила нищего Станлока в призеры, да-да, вот, Левша выиграл, да-да, Станлок, якорь, да-да, живет она в Геленджике, греется на солнышке, вырабатывает энергию, создает особую материю в танках, благодаря которой она и унижает своих противников. Танкисты падут ниц под ее каблуком, играет лучше большинства девочек и мальчиков, 4300 ВН8 в динамике, фиолетовая статистика, тыры-пыры, все дела. К тому же забрала себе лучшего игрока World of Tanks под крылышко, который смог. Но чё-то стального охотника не смог. Ладно, едем дальше. Персиковая няшка. Можно просто Персик ее называть, Даша у нас не особо, Даша у нас не просто любит танки, она еще и командует ротами, да-да, не удивляйтесь, я тоже офигел, когда это узнал, она командует ротами, то есть она полевой командир клана Психибай, катает регулярно с помидором МСК, возможно, от него и научилась доминировать, и будет очень интересно посмотреть на ее игру во взводе. Ну и последние две девочки, это у нас Hey Tiffany и Bad Girl, вот, девочка Бэтмен, Арина и Анюта. Обе играют в танки очень даже хорошо, однако не стримят, но обладают фапабельным красивым голосочком, поскольку девочек в танках играют очень мало, очень трудно найти, отыскать хорошо играющих дам-стримерш, мы нашли просто хорошо играющих дам. Посмотрим на них уже в боях и познакомимся с ними в катках. С представлением закончили, теперь переходим к самой жеребьевке. Жеребьевка у нас будет проходить каким образом? У нас есть блогер Нерью, у нас есть блогер Левша, и к ним мы, соответственно, будем изначально выбирать по 4 девочки, танкистки. Вот у меня есть здесь такое вот необычное колесо, вот, и мы будем на выбывание здесь крутить это колесо, и кто у нас будет выбывать, тот у нас, соответственно, и будет попадать к одному из блогеров. Все достаточно просто. Сначала мы выбиваем 4 девочки к Нерью, потом 4 девочки к Левше. После этого снова выбиваем 4 девочки, партнера для этих девочек к Нерью, а потом снова 4 девочки к Левше. Ну а после этого будем уже ролить день, когда девчонки будут играть и каким номером. Поэтому давайте начинать. Итак, крутим колесо на выбывание. Погнали. Первая прокрутка, ребят, у нас. Кто же мне попадется? Первая девочка. Давай. Давай с той, с которой я еще не играл. Первая девочка Соколина. Первая девочка Соколина уходит, так сказать, к Нерью. Добро пожаловать. Теперь вторая у нас танкистка, которая будет открывать у нас вторую пару. Крутим колесо. Надо какую-нибудь эту песню из Поля чудес наложить будет потом. Сейчас посмотрим. Вторая девочка у нас Maybe Baby. Поздравляем, попадаешь ко мне, а не к Левше. Как раз играл за меня в битве блогеров, поэтому
рад, так сказать, видеть. Буду рад поиграть. Погнали дальше. Третья девочка. Кто же это будет? Так. Вообще, вот я бы, конечно, хотел бы поиграть с какой-нибудь там Bad Girl. Да? Персиковая няшка будет у нас играть со мной. Будет командовать, доминировать мной, будет рассказывать мне, слышь, короче, мне помидор там рассказал, нужно, короче, вот ездить вот в эту позицию. Так, я не хочу в эту позицию, слышь, персиковая, можно я куда-нибудь другое? Нет, едь сюда, тварь. Будет, короче, командовать, будет интересно посмотреть. Следующая танкистка, последняя в моем взводе, наверное, да, последняя, которая будет открывать четвертый взвод. О, Bad Girl! Я как раз сказал, что я хотел бы с ней попасться. И я действительно попадаюсь. Bad Girl у нас тоже попадает ко мне. По итогу у меня будут играть... Я уже забыл, кто. Maybe Baby, Персиковая няшка, Bad Girl и Соколина. Отлично. Далее крутим, кто бы попадется левша. Погнали. Левша у нас... Попадается! Нески! Ха-ха! Натаха! В этот раз не со мной! Ха-ха-ха! Да, ну левша, тебе повезло. Будешь минимум топ-2. Хотя ты в любом случае здесь выигрыша. Окей, Нески отправляется у нас к левше и открывает первую пару участниц. Дальше крутим. Так, ну и что это у нас тут за особа? Та самая танкистка? Спичка с левшой. Эх, Настюха, Настюха. Наташка, Настюха, Настюха отправляется у нас к левше. Отлично, едем дальше. Вторая пара у нас открыта. Настя Спичковна отправляется к левше. Ну, а третью пару у нас будет открывать никто иная, как 69ACT. Поздравляем. Поздравляем Викусю. Я даже запомнил ее имя. Вот, будет играть она у нас с Толстым и будет тащить его к первому месту. И четвертая пара участниц. Давайте, листаем. Тут осталось совсем немного. Это у нас будет, получается, Нимфомел. Слушай, ты, слушай, очень хорошо забалансила по итогу. Спичка, Нески, Нимфомел и еще 69ACT. Слушай, очень хороший баланс пока что. Вот, теперь добавляем мы к моему первому взводу участницу. Поехали, крутим колесо. Первая пара, которая будет уже готова, первый взвод, который будет готов, и идет у нас к Соколине, идет у нас Инстресс. Господи, за что? Ну почему? Ну почему ко мне? Нет! Ужас. Ладно, это будет интересно. Вторая пара и отправляется у нас к девочке Maybe Baby, вроде бы, Pretty Katy. Pretty Katy будет играть со мной. Третья пара участницы, закрывающая, замыкающая. Смотрим. Так. Та самая танкистка? Та самая танкистка. Сюда мне Яна попадается. Хорошо. Поехали дальше. Последняя участница в рамках взвода с Нерью. Заключительная. Замыкающая. Четвертая. Клоунесса. Вот, мне попадается Клоунесса. Поздравляем. Ну и теперь девочки распределяются к левше.
Первая пара у левши, вторая девочка, которая будет попадаться во взвод с Нески, это у нас соседка сверху? Соседка сверху. Еее, бой! Так, повезло на самом деле Нески, будет у нее хорошая сокомандница, прям такая добротненькая. Ну, я не имел в виду то, что все остальные девочки какие-то плохие. Я имел в виду то, что, я думаю, они ментально хорошо сойдутся вместе. И вторая пара это у нас Эллен Лэй. Эллен Лэй будет у нас, я так понимаю, наверное, со спичкой. Да? Со спичкой. И вот тут, конечно, проблема. У нас получается Bad Girl... из-за того, что она не стримит, и хейтиф они тоже не стримят, вот если они попадутся вот друг с другом, то придется их поменять местами, Ниагару и хейтиф они, поэтому Ниагару и с Bad Girl поместить, а хейтиф они поместить с Нимфомял. Ну ладно, сейчас крутанем на всякий случай, надеюсь, чтобы без подкрутки было, потому что сейчас нам выбирается вроде бы к Нимфомял участница. И это будет... Да, Хэй Тиффани, отлично, все. Все забаланшено. Вот, и Ниагара будет играть у нас с Bad Girl. Отлично. Вот такие у нас пары. Сейчас вам все пары выведутся на экран. Также вы увидите турнирную сетку. То есть у нас пара номер один будет играть против пары номер два. Пара номер три будет играть против пары номер четыре у Нерью. Пара номер один против пары номер два у левши будет играть против друг друга, и пара номер три будет играть против пары номер четыре. Далее победители выходят в полуфинал, играют между собой, и тот, кто выиграет, выходит в финал, и будет играть пара лучшая от левши и пара лучшая от Нерью. Вот как-то так. Сейчас мы крутанем время. Вот, когда девочки будут играть свои первые бои, первые раунды. Ну, и, соответственно, исходя из этого времени, вы увидите уже финальную таблицу, расписание взводов. Итак, дорогие друзья, сейчас будем крутить время, в которое будут играть участницы. Я там немножечко посмотрел видос, и оказывается, у нас Ниагара будет играть не с Bad Girl, потому что Bad Girl оказывается у меня, а будет она играть с Нимфомял, а с 6ix9ine Act будет играть с Хэй Тиффани. В принципе, что тоже как бы круто, и я бы даже сказал, отлично. Окей, крутим наш барабан, и... Первая пара участниц, а именно Соколина и Инстресс, будут играть у нас в какое время? Давайте посмотрим. Будут играть у нас 30 числа в 19:00 по московскому времени. То есть, соответственно, следующая пара левши, пара у левши будет играть... какая-то 30 числа, вот, в 15:30 по МСК. То есть это пара у левши будет играть, то есть если мне сейчас это выпадет эта пара, то мы ее закидываем к левше. Окей, крутим. Следующее. Так, далее у нас пара номер 2 будет играть у нас 28 числа в 15:30. Это будет у нас первая пара Нески и соседка сверху. Первая пара у левши. 28 число в 15:30 по МСК. Окей, едем дальше. То есть у меня будет, получается, 28 число. В 19:00 мне нужно будет играть с какой-то парой. И далее 27 число у нас будет Maybe и Pretty Katia. Окей. Пушка, вышка, огонек. То есть первая пара в 15:30, с которой мы будем стартовать, это Maybe и Pretty Katia. Вот, я буду открывать данный турнир. Ну, а левше тогда придется его с какой-то парой участниц. Вероятнее всего,
Вот, нужно будет замыкать первый день. Окей, крутим колесо. Надеюсь, все пойдет нормально. Пара спичка Эллен Лей сейчас будет у нас. Выбираем, когда они играют. И 29 число в 15:30. Окей, 29 число в 15:30. Хорошо, запишу как раз сейчас. Крутим дальше. Персиковая няшка и та самая танкистка. Сейчас у нас будет играть. И выпадают они на 29 число в 19:00. Слушай, круто. 29 в 19:00. Отлично. Хорошо. Далее крутим. Six Nine Act и Hey Tiffany играют у нас 30 числа в 15:30. И последняя пара танкисток. Bad Girl и Клоунесса. Смотрим. 28.02. В 19:00 играют у нас Bad Girl и Клоунесса. Ну и последняя участница. Крутим колесо 27.02 в 19:00. Вот, это у нас Нимфомяу и Ниагара. В принципе, все очень даже четко, стильно, модно и молодежно. Вообще огонь. В целом, топчик. Хорошо, еще раз. Коротко о главном. Сейчас у вас на экране вылезут пары. Вот, пары в команде NERU. Первая пара Соколина и Инстресс играют 30.02 в 19:00 по московскому времени. Вторая пара Maybe Baby Pretty Katy 27.02 в 15:30 открывают данный турнир. Третья пара Персиковая няшка и та самая танкистка 29.02 в 19:00. Четвертая пара Bad Girl и Клоунесса 28 числа в 19:00. Пары левши. Первая пара Нески и соседка сверху. Вот, 28 в 15:30 играют. Вторая пара спичка Эллен Лей играют 29 в 15:30. Третья пара 6ix9ine и Hey Tiffany 30 играют они в 15:30. И четвертая пара Нимфомяу и Ниагара играют они в 19 часов 27 числа. Как-то так прошла данная жеребьевка. Всем удачи участницам. Еще раз ссылочка на VK Play площадку в описании. Там разыгрывается каждый день куча золота, которое вы можете сами покупать. То есть просто смотрите вот на канале VK Play трансляцию от любого стримера, стримерши, которую захотите, и выигрываете там золото, накапливая баллы. Баллы снизу можно и использовать, и покупать какие-нибудь ресурсы вот внутри танков. Всем пока, увидимся с вами в следующих видеороликах и стримах. To damage.